Медушки, я поняла, что нужно снимать, когда медленно едем. Тогда всем хорошо. Видите, опять мы наверху и спускаемся к озеру, да? Видите? Все дороги спускаются к озеру. Да, вот вас тоже не видите, там палас, да? Вот вас не смущает, что все вот такие вот на один и тот же манер гостиницы такого вот античного стиля называются палас во всем мире. Посмотрите сюда. Так боюсь уронить всегда телефон, когда вот наверху у меня так, или, например, когда держу на весу, что у меня так рука потом болит. Я так вообще хватаю просто эту палку. Копалку. Смотрите.
снимать вот так вот, вообще, чтобы постоянно фокусироваться, иначе сразу картинка. Ладно, все, но я не могу больше стоять. Встала я. Ну, блин, надо этот поднять, потому что... Иначе не мешает. Ой. Встала, не могу там стоять, фокусироваться, все равно постоянно деревья, блин, достали уже. Вот. Пока я сейчас молчала, вам снимала, столько мыслей у меня вообще вылезали. Просто. Подъезжаем. Макарони, скорее всего. Я уже выучила, блин. Siamo in arrivo a Legerate. Attenzione! A causa della limitata lunghezza del marciapiede, utilizzate per la discesa da treno le porte delle prime vetture di testa. Treno vi ringrazia per la gentile collaborazione. La Belgirate. Attention, please. Due to the limited length of the platform, use the doors of the first moving cars to get off the train. Thank you for your cooperation. Ah, so this is very comprehensive. Antonella. Ой, ну ладно, пока выключу. Ну, снимаем теперь еще Бельджераты. Почему я вспомнила, что нужно снимать Бельджераты? Потому что здесь утром мы проехали на бешеной скорости. Бешеной скорости. Кстати, как мы далеко внизу. Просто офигительно внизу. Вот, и этот пока красавчик наберет скорость, так мы тут красненько поснимаем стены. Да, видите, стены. Там озеро опять за деревьями. Смотрите. Мне уже надоело бороться с этой фокусировкой, с деревьями, блин, с туннелями, со скоростью. Достали они меня уже, я сижу уже, смирилась. Как идет, так и идет. Siamo in arrivo a Pisa. Резки. Фокусироваться вообще. Смотрите, что делать. Эти деревья меня заколебали. Так, давайте стоп. Попробуем. Ну вот, в общем, будут у вас кусочки и хорошего качества. Блин, еще это я мешает. Ставил телефон, перекрыть, кстати, стены.
Вот об эту штуку, блин, смотрите, это же. Но я не успела, ну как обычно я, знаете, были вообще там и Костелло классные, и стены, но я разбирала. Сейчас у нас наконец-то убираю скорость. Я забрал скорость, тут не тормозит. Давайте вот так немножко посмотрите. Смотрите. Видите, как все идет, терраса. Стены туда идут. Дырки, да, на стены. Как обычно, ладно, немножко позаписываем ветушки, потому что скоро мы уже все отъедем от озера, а утром все-таки я здесь он все время судья опять кладбище. Смотрите, люди дурак вот эти. Смотрите, опять наши капсулы. Как включают, так? Thank you.
вонючие деревья, но чисто без них.